Всего год назад на этом месте был котлован, а сейчас уже возвышаются новенькие дома, и первый из них сдан в эксплуатацию. Можно прогуляться по его квартирам. Название жилого комплекса «Торпеда» обязывает следовать плану и побеждать. Для строителей это практически девиз. Слово «Торпеда» слышится слово «Победа». Раз мы так назвали ваш микрорайон, господа, товарищи, «Победа за вами». Название «Торпеда» к чему-то обязывает? Естественно, к победам. Естественно, к тому, что мы хотим, чтобы микрорайон развивался, чтобы мы вводили новые объекты. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы те жители, которые будут жить в этом микрорайоне, радовались победам нашего хоккейного клуба. Хоккейный клуб «Торпеда» – активный участник в жизни Нижнего Новгорода. Неотъемлемая часть его истории. Недаром его именем назвали целый район. И не случайно на акте ввода в эксплуатацию первого дома жилого комплекса «Торпеда» красуются автографы представителей нашего клуба. Мы можем от нашей команды просто пожелать, чтобы все получилось, все достроилось, и люди, которые здесь будут жить, чтобы все у них было хорошо. Но, как мы видим, что все должно, наверное, быть супер здесь, как все организовано. Год назад здесь мы присутствовали, когда вбивали сваи, и вот уже прошел год, и первые дома появились. Вот сейчас все быстро происходит, но и мы надеемся, что так и будет продолжаться.